Добрый вечер. Сегодня, сейчас я нахожусь в горах. Темнеет, вечереет, смеркается. Но я хотел бы сейчас сказать вам, а сколько же стоит миграция? Сколько стоит жилье, там разобрать деньги, сколько стоит, сколько цена миграции? Ответ на этот вопрос весьма прост. Вот люди идут так же, как и мы. Только спускаются, нам еще вперед идти. Здравствуйте. Вперед идти, неизвестно, сколько нам идти, сколько стоит. А самое ценное в жизни нам достается бесплатно, только своеобразно бесплатно. Это не так, что приходят к нам, эй, хочешь принять участие, там, мы тебе даем бесплатно сейчас вещь, а ты идешь там по улице, либо кто тебе звонит, и тебе раз так тебе, достается что-то бесплатно. Нет, это часто звонят мошенники. А бесплатно, обычно, условно бесплатно, это когда тебе нужно предпринять какое-то усилие, но заплатить не деньги. Вот, допустим, сейчас в горах. У нас есть определенная цель. Мы недавно собрали яблоки в пути. Мы хотим увидеть вид. Вот этот вид нам достался совершенно бесплатно. Но бесплатно ли он достался? Ради того, чтобы мы его увидели, нам нужно было, во-первых, обозначить маршрут, узнать, куда нам надо идти, поизучать карты, посмотреть, доехать до определенного участка, потом пройтись пешочком, подняться, затратить калории, затратить усилия своего мозга, чтобы увидеть вот эту красоту. Так что я сомневаюсь, что это бесплатно. Нет, это не бесплатно. Но в соотношении с деньгами, да, это бесплатно. Также и с другими случаями. Вот сейчас мы живем в доме, который нам достался бесплатно. Но для того, чтобы там жить, нам потребовалось поизучать тему, найти информацию в интернете, составить анкету, сделать так анкету, чтобы нас выбрали, и приехать туда, и произвести, ну, как бы, не то, чтобы произвести впечатление, а нормально поговорить и прорекламировать себя, чтобы нам достались условия такие фешенебельные, люксовые условия бесплатно. И так во всем. В принципе, в жизни все достаточно вот так легко, просто. Но чтобы получить какую-то цель, к какой-то цели прийти, получить какой-то результат, нужно затратить усилия. Либо вы деньгами затрачиваете это усилие, работаете, получаете деньги и потом тратите. Но это вряд ли вы получите какой-то стоящий продукт, стоящую вещь. Либо вы затрачиваете какие-то усилия. И чем выше категория усилий, там творчество, какой-то умственный труд, какая-то физическая нагрузка какая-то своеобразная, вот по горам идти. Не просто пешком по равнине, по горам. Вот чем круче этот, интереснее этот труд, усилия, тем результат гораздо лучше, интереснее. Так что не бойтесь куда-то ехать, не бойтесь чего-то нового. Вас всегда, если вы способны получать результат, способны идти на какую-то жертву для него, вас всегда ждет успех. Всем пока, до свидания. И я еще хотел бы сказать, напомнить, всегда забываю, друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, буду рад вашей поддержке, которая будет выражаться вот так. Всем пока еще раз.